Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и впереди вас ждет свежий ФФА-сериальчик Sid Meier's Civilization 6. Мне на выбор попалась цивилизация Майя, и я решил показать геймплей за нее. Все-таки он довольно уникален. В чем особенность, я в рейтинге цивилизации рассказывал. Ссылка на рейтинг в описании и в прикрепленном комментарии. Можете сходить посмотреть. Мои соперники тоже себе цивилизации выбирали. Можете, в общем-то, прямо сейчас и увидеть, за кого они играют. Традиционно играем с тремя режимами: корпорации монополии, варварские кланы и случайные деревья технологий социальных институтов, карта Пангея. Ну и в общем-то в остальном все как обычно. Спонсоры канала все видео видят сразу в плейлисте, ссылка на который опять же в прикрепленном комментарии. Большое спасибо вам за поддержку канала. А всех зрителей прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров, оскорблений участников, а также прошу не забывать делать шорцы или хотя бы давать тайм-коды в комментариях на интересные моменты. Все, вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Пангея. Так, опять у меня нету... Ну, хотя плантации две, но нету рядом ресурса роскоши. Ну, я тут стану. Нету смысла куда-то идти отсюда. Так, разведчик, Европа. Мы в Европе, ребята. Но две плантации, то есть выглядит вот сюда надо... Будет обсерваторию ставить, судя по всему. Плантации мы... Тропический лес можно вырубить? А вот сами плантации... Бананы нет. Да, место, конечно, вы видите, чтобы тут много плантаций было вокруг. На данный момент не особо. Ну, кажись, мы победили лобби. Тихо, тихо. Не накаркать, главное. О. Блин, а тут море. Плохо, то есть мы не можем максимум уже городов поставить, получается. Да. Зато чудо имеется. О, шедевр дали. Сандалики пророка. Ну, то есть пантеон мы первыми, скорее всего. Ну что, брать на соседство тропических лесов? Хотя тут не видать, что их много. Просто леса есть. А вот чтоб тропические... Давайте, наверное, вернусь. Блин, тут, скорее всего, такая бухта не очень удачная. Так, сколько там клеток от столицы? 6, да? В 6 клетках от столицы. Астрология через гончарное дело. Позволяет рубить деревья. Ну, видите, нам тропические леса мы все равно не можем вырубать. Ух, слушайте, вот с лошадьми так нормально. Не буду, наверное, пока покупать эти клетки. Плюс 5 будет работать? Да, работает плюс 5, кстати. В 6 клетках от столицы. Так. Ну, уже не особо получается сюда. Конечно, понимаю, что по плюс 5, по плюс 2 от плантации, но по мне так лучше либо сюда уже обсерваторию. Даже, наверное, сюда лучше. Ну, у нас 250 ходов стоит, но мы до 150, да, примерно? Блин, я забыл поменять сориндию. Да, вообще, пофиг. Че, парни, гори старт? Да, договорились. На 151 ход считаем очёче. Да. А чё ты забыл поменять, я не слышал? Количество ходов. А, да это пофиг. Мистицизм сразу.
Есть такое. Так, слушайте. Ну, соседство тропических лесов как-то маловато у меня тропических лесов, чтобы брать соседство. Я бы, знаете что, я бы взял священное место на реках, вот этот, речная богиня. ГГшка торговая. Так. О, еще чудо, блин, я уже два чуда нашел. А города-государства можно захватывать, да? Конечно. Можно. Кардифф и Маскат. Мореходство, озарение. Мореходство у меня будет озарение, я вот сюда город буду ставить. Блин, чуть-чуть это вот... Тут не так много моря, но оно чуть-чуть, конечно, подгадило, получается. Так, я все-таки, наверное, вот сюда буду... Обсерваторию ставить. Радиль, что есть тут? Нет. А это значит, что мы вот сюда начинаем с фермы. Иначе у Абкабналь у нас расти не будет. Два, три, четыре, пять. Сюда надо встать. Привет, дружим? Здорово, да-да. Будешь оставлять меня опять на этот закусь, на всякий случай для очков? Тактики играют. Оставляй его на похмел. Да я просто помню, с ним союзился как-то, он такой, да, там у меня есть этот, очки, говорит, под рукой. Подожди, это я не про тебя говорил? Или про тебя? Не знаю, но я на свой счет записал, как бы, ну ладно. А, да, по-моему, про тебя, блядь. Да ладно, чего ты? Да-да-да, забыли. Так я с тобой не воевал в итоге, это так, типа. Шутка-минутка. Да я предварительно пока расставляю. Чтоб приблизительно понимать. Так, там Кардифф эту хреначит. Тогда постою пока в защите. Так, продолжаем фермы. Подожди, я ж плантацию не могу еще, да, строить? Не могу. Блин, а где же мне священку ставить? Так, парни, вот такой вопрос, смотрите. Вот есть место вообще пустое, сюда, что только леса и луга. Есть смысл кидать там город или лучше идти искать? Или лучше кинуть тут поближе? В смысле? Ну просто если идти куда-то искать, это надо тратить еще ходов 5. Ты еще город не поставил? Не-не, второй. Ну просто первый заспавнился, круто, супер. 12 ходов ищет столица. 12 ходов ищет столица. Он просто рассказал. О, отлично. Так. Блин. Надо, наверное, все-таки лошадей обработать третьим. Да и тут я исследую, мне бы вокруг столицы
территорию исследовать в первую очередь. Надо города расставить. Да, вот видите, тут вот один город не влазит. И тут у меня два города не влазит. То есть у меня будет не 12, блин, а 10. Это пиздец. Чё-чё-чё? Ну уйди отсюда, ты мешаешь пройти. Бля, сорян, я случайно... Там проход в одну клетку. Сейчас-сейчас, я следующий ход съебусь. Не ругайтесь. Здорово. Здорово. Парни, вас такое здоровое, что лучше вас не встречать. Не знаю. Опять вот сюда влазит. Ну, на шестую клетку, понимаете? Я отсчитываю, чтобы на шесть клеток было, понимаете? Не дальше. К сожалению, не особо получается рядом с ресурсами роскоши. Но повернуть, по-моему, никак не получится. Ну ты не в ту сторону идешь. Уйди, пожалуйста, там проход в одну клетку. Уйди вниз. Вот ты можешь вниз следующим ходом шагнуть? Я иду вниз, все, все. Нет, ой, в смысле обратно, вверх. Ну то есть откуда ты пришел? Там проход в одну клетку. Ты не пройдешь, там мой юнит стоит. Здорово. Так, здорово, давай дружить. Пара, какой вопрос? А может, могут ли варвары столицу захватить? Могут любой просто город захватить. Воде, а там три корабля у них. Да, вот. Могут. Они ее тупо сломают. Не, по-моему, она на одном ходу. Блин, она еще и по письменности получилась впереди. Кайф. Так, ну мне надо будет обсерваторию построить первую. Ты справишься. Строй ее. Я все-таки, наверное, без священки первой. Что мне надо как-то выйти в... Так, хрена, чем мы дружим? Там внизу две клетки. Золотой век. Есть, в чем проблема? Сейчас, так, на следующем ходу посмотрим. Хорошо. Так, где у нас тут еще города могут быть? Раз, два, три, четыре, пять. Вот я надеюсь, что тут не будет горы. Что-то я тебе не доверяю, ну ладно. И сюда влезет город. А, все, ладно. Че там уже мир? Блин, ну не повезло. Хотя посел был такой красивый. Так, тут влазит пока. Ты кого-то еще встретил? Не-не-не. Раз, два, три, четыре. Блин, и тут не влазит гора прям на этом. Фак. Знаете что? Я могу немножко вот эти штуки повернуть. Если посел рассказал. Раз, о городе... два, три, четыре, пять, шесть. Ой, скаут, то он. Тут-то мне точно берет, сюда надо ставить. А вот эти я и могу немножко по часовой стрелке провернуть. А лагерь живой. Нет, как раз. А, тогда сюда мне получается на эту. Блин, тут надо думать. Фак. Хреново, да, когда приходится нет, думать. Я говорил в обзоре про Майя, что это цила, которая заставляет очень сильно продумать. Так, нам вот этот город точно тут останется. Я прям уверен. А вот это можно по часовой стрелке немножко повернуть. Тогда вот это тоже должна возвращаться. То есть мне на две клетки, получается, надо их ворочить. 4, 5, 6. Тогда сюда влезет, да? Этот сюда перейдет. Да, на две клетки надо переводить. Так, что-то прашники тяжко дефуются от галер. Надеюсь, они не сломают город. Значит, получается... Вот это у тебя там вода горит. Это нормально, нормально. Там еще три корабля. Я бы начал волноваться, если честно. Сюда.
Так я строю прачника, а что я могу еще сделать? Прачники против лодок такое. Да. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, опять тут гора. Да что такое? У меня не влазит. Конечно, да. Через 6 клеток не влазит просто. Ну это какое-то говно какое-то тупорылое. Здрасте. Здорово. Я думаю, что ты так нервничаешь за этого? А вы за какое чудо говорите? Еще что ли на одну клетку подвинуть? Ну, это чудо, но оно мое. Оно не твое. Ну, оно мое, оно в трех клетках от столицы. Поговори с другим человеком. Леша, где мы встретились? Я вот там метку и в четырех поставил. Клетках от моей столицы. Нормально там город поставлен? Ну, будем делить. Да, да. Файт. Блин, так, что-то тут соображать, нет, тогда у нас таймер. Я вижу твои границы, оно не в четырех клетках. Ну, недалеко, но тоже у меня поставить. Ай, блин. Давай делить его. Нет, ничего не меняем. Ну, тут у меня город точно вот тут становится. Я прям даже, ну, потому что тут и чудо природы, и вообще. А вот дальше, блин. Подожди, постою тут пока скаутом. У парня я варварова дефал. Как ты хорош, как мощны твои мускулы. Прачники. Фё, поможешь убрать разведа с меда? Так, ну я бы здесь, конечно, камбус вот тут ставил. Ты мне скажи. Вот тут ставлю. Вот тут и ставишь? Блин. А ты не можешь в другом месте поставить? Я пока лошадей обработаю. Поставить. На клетку ниже не... А это не можешь левее? Там тоже река есть. Там тоже чудо ты заделишь, а мы его поделим как раз. Ну, там тоже поставлю. Так, а давай ты туда поставишь, а я туда поставлю. У меня границы столицы в трех клетках от твоего скаута наверх. Границы первого радиуса. Я как... Ну, типа, я выше никак не поставлю. У тебя там есть место, я вот вижу, что ты можешь рядом с чудом поставить. Раз, okay. Два. Я тебе не плачу. Пять. Потому что я вижу границы твоей столицы. Ну вот тут, да? Еще можно будет в шести клетках. Ух ты, как ты больно. Валим. Отсюда. Ну сюда, тут точно сюда скорее, чем мне на... Мне не нужно куда город ставить. Чего тебе? А вот с этими в трех клетках надо как-то решать, ставить. Чтобы у меня в пяти клетках вмещались. Вот давайте метку поставим. Так, там воды уже нет. Четыре, пять. У меня второй город, у меня будет без воды. Ага. У меня ничего не открыто. Так, знаете что, вот поставить. Сюда мы на лошадей, ну, а мне пока предварительно... Ты видишь, тогда все-таки этот надо раз, два, три. Вот сюда все-таки. По идее, по моим подсчетам, вообще только у меня один город должен не влезть. То есть у меня, по идее, должно 11 городов влезть. Раз, два. Пока, ну, у тебя наука от веры, да, идет? Ну, бонус, да, есть такой. А, или от чуда. А, от чуда, я понял. Я просто смотрю, батя, хоть у тебя 6 науки просто. Так, мне надо как-то сварвали. А где мы... А, дуболом вот там ходит. Хрен он там ходит.
Прямо спросим. Так, а можно мне как-то... Вот обработку бронзы, наверное, надо идти. Ладно, давайте пока горное дело еще. Нам бы еще камень. И вообще куда-то нам надо вот этого посела. Я бы, наверное, все-таки сюда вел. Блин, тут непонятно, где город ставить. Мне непонятно. Так, я, наверное, пока сюда поставлю город. Пока не соображу, куда дальше. Вот эти метки 100%. Вот это 100%. А вот остальные города пока непонятно. Но следующие поселенцев нам надо делать все равно с этим, с карточкой. Так что можем пока повременить. Так. Нужно обсерваторию построить побыстрее. Пойду сюда тоже ферму поставлю. Так, стоим, лечимся. Мне, конечно, плантации открыть еще. Ладно, тут так пройду. Флакон уже начинает читать, да, на веру. У меня уже религия. Да, уже ж буддизм основан. А, да, точно вижу. У нас же верований нет запрещенных. Нет. Варвар сюда не пойдет. Хочу обсерваторию за один ход построить. Отлично получилось. Так, убегаем. Короче, варвары не могут захватить столицу, ура. Поздравляю. Так, теперь я думаю, надо бы пару прачников сделать. Так, в мастерство идем. А, давай, давайте в раннюю империю. Тут горное дело откроем и пойдем в обработку бронзы. Так, и надо продумать еще городишки. Вертелишки. Блин, лучники, охренеть. Надо отходить подальше. Так, кто в лучников уже вышел на карте, интересно. На самом деле нет, не интересно. Ну, просто жалко, что кто-то вышел. Так, с одним зарядом держим пока этого рабочего, чтобы починить здесь. Англица, слева от тебя кто-то есть или там за конец карты? Так, давайте думать. Куда у нас тут может сейчас влезть город? Вот сюда. Не, подождите. Там вот из-за этих гор, видите, никуда не влазит. Сейчас... 4, 5, 6. То есть, по-хорошему, нам надо, например, сюда ставить. Опять тогда не влазит, да? Больше прачников. Так, теперь можно апнуть.
Блин, из-за таймера я просто не успеваю подумать, где мне города поставить. Кто-то нашел? Знаю, где оно. Кого? Орошение. А, нет, да. Я не находил. За колесом, наверное, да? Ну вот оно или бронза, или колесо. Не за колесом. А это за бронзой. Да, за бронзой. Смотрел бы гайды, знал, что можно отсортировать и найти. Я смотрел гайды. Блин, тут еще горы. Так. Да как ты... Ой, ёберный. Так, здесь, мне кажется, обсерватория тут должна быть. Так что будем вот тут фермы строить. Не, ну в принципе, место нормальное. Практически идеально влазят все города. Просто надо посидеть, подумать наконец-то. Не, пускай вырастет до двух хотя бы. Так, сюда, тогда тут влазит, да? 4, 5. Ну, то есть 6 только сюда получается, так? Блин. 4, 5. Сюда, значит, на гипс надо. И вот этот тогда ниже подвинуть, и эту ниже подвинуть. Все, и вот тогда вот так у нас все влазит. Блин, нахрена я рабочего подставил? Я же видел, что там лагерь. Ой, блин. А можно немножко времени подумать, блин? Обработку бронзы открыли. Идем в орошение. Ремонтируем обсерваторию. Строим строителя. Так, ранняя империя. Поставим карточку на поселенцев, наверное. Так, ладно, меня не захватили, так что я, наверное, все-таки ферму тут поставлю. Счастья не хватает. Но мне плантации нужны на апельсинках. Так,
Значит, в первом радиусе вот я города расставил. Во втором проверяем. Раз, два, три. Да, нормально. Нормально. 4, 5. Ага. Все-таки вот здесь один город у нас не влезет, получается. Что либо там, либо тут. Вообще, я этот могу еще подвинуть как-то, наверное. 3, 4, 5. Нет, никак. Я его могу сюда, типа, подвинуть. Вообще, надо посмотреть, что у нас здесь еще. Интересно, тут я могу ферму поставить? Дискаунт возле столицы, я не пойму, слишком интересно. Так, пошли, наверное, с лагерем разбираться. Где у нас куличи? Так, мне надо куда-то еще священное место. Наверное, сюда поставлю священное место. Но и рабочий пока нужен. Магнуса, нам надо как можно быстрее все города поставить. Соответственно, Магнус нам это и даст эту возможность. Так, давайте сменяем на... Блин, или рано еще на поселенца. Три хода, давайте пока рано. Через три хода, тем более еще Магнус не сел. Еще рано поселенцев строить. Вот тут как-то такое ощущение, что где-то еще должен город влезть. Или мне кажется. Здорово. Привет. Привет. Это священное место буду сейчас после строителя делать. Орошение никак не ускорить, да? Вот тут только на пшеничке, если попробовать. Наверное, надо. Так, давайте... Так, давайте я уберу пока... Еще раз подумаем, куда мы можем тут всунуть город. 3, 4, 5, 6. Вот по этой линии, да, получается. Ну никуда. Видите, вот этот город не дает. Заселению справа, там, вот, из-за того, что нам пришлось там, ну, подвинуть. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.